Всем привет! Меня зовут Владимир, и добро пожаловать на очередной 26-й выпуск кассеты с барахолки. В 2020 году у меня было таких выпусков 10, ну, считая этот, это 11-й выпуск, а годом ранее 14 выпусков. Это говорит о том, что потихоньку кассеты уходят с рынка. Даже на вещевой ярмарке, на барахолке, не всегда есть возможность что-то приобрести. Но, тем не менее, сейчас я вам покажу кассеты, которые я купил на выходных. Повезло. Кассет менее десятка, и они мне обошлись приблизительно в 250 рублей за все. Мне самому интересно, сколько же я кассет приобрел за этот год. Ну, знаете, в основном кассеты покупаю по 10 рублей, максимум по 50. Бушные, конечно же. Хотя в этом году мне попалась одна запечатанная Сонька, тоже за какие-то копейки. Кстати, я ее так и не распечатал, лежит. В общем, в этом году, я думаю, приобрел около 200 кассет. Точно я не считал, но, скорее всего, в районе 200. Иногда 10 покупал, иногда 5. Как-то было около 30 штук купил сразу, по 10 рублей. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Сейчас вам покажу кассетки, которые я купил на этот раз, и мы их послушаем. Скорее всего, за кадром я буду настраивать азимут головки в магнитофоне, чтобы музыка звучала более-менее качественно. И да, я их заранее уже послушал. Приблизительно я представляю себе, что на них записано. И качество записи очень даже достойное. Ну что же, погнали. Давайте-ка сейчас я вам покажу, какие кассетки я купил на барахолке. И мы их, конечно же, послушаем, как всегда. Так, всего у нас кассет 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Как я сказал, за 250 рублей, без опознавательных знаков, соответственно. Я не очень себе представляю, что на них записано. Ну, на некоторых я знаю, что записано, на некоторых нет. Дело в том, что парочку из них я уже перезаписал. Ну, просто там не было записи. Итак, первая кассетка. Это у нас Panasonic. Да? Чем-то похоже на кассеты Коника. Хотя чуть-чуть иначе выглядит. Что с лентой? Ну, так себе. Некоторые ленты не очень, я имею в виду среди тех, которые купил, а некоторые весьма-весьма хорошо сохранились. Послушаем. Слушать будем по нескольку секунд, но я думаю, этого будет достаточно, чтобы узнать, что же там записано. Ну и качество записи. Да, я подкрутил головочку. Это каторжное дело. Пахал, как фраер от зари и до зари. Одна... Ну, это я так вам скажу, кто это. Заметили? Классный звук. В принципе, я кассеты предварительно помотал туда-сюда, где-то сборники, где-то, судя по всему, целый альбом, не знаю. Но на меня ты так уставилась, тебе другие больше нравились. Ну понятно, да, токарев. Копии. Вообще качество в колонках классное.
У меня есть кассета с этим альбомом, если не ошибаюсь, это у меня есть кассирка, записанная в те далекие 90-е. Так, что на второй стороне? Залили глаза, вчера как дверь открыл, я по пять... Наверное, я невнимательно слушал, когда перематывал. На второй стороне не Токарев. Ну что, идем дальше. Следующая кассетка. Сонечка. Так. С наклеечками. Красота. Смотрим на пленочку. Ну, чуть ли не идеально. Прям очень и очень клёво выглядит плёночка. Слушаем. Я вам не скажу, что здесь, но я знаю. Come to my desire. Are you ready for desire? Я думаю... Большинство из вас сразу догадалось, что это. А на второй стороне. Диско из 80-х. Офигенная запись. Вот, кстати, запись лучше, чем на предыдущей. Идем дальше. Кстати, кассеты сегодняшние все, ну, в принципе, у меня все они есть. Ничего такого, чего бы у меня раньше не было, мне не попалось. Это ДКшечка. Тоже из 80-х кассеты. Ну, это как бы заезженная. Видны полосы, не то чтобы сильно, но как-то... Следы есть. Ладно, слушаем. Какая-то такая спокойная музыка. Не уверен, что это. Опять же, запись классная. Очень похоже на The Forest. А может, это The Forest? Да, эту сторону я уже промотал. Какая-то электронная музыка, инструментал. Идем дальше. Кассетка Тошиба. Не очень люблю я такие кассеты. У меня их, наверное, штук 5 есть. Как-то они какие-то не нравятся мне, короче. Прописываются не очень. Ну, надо как бы отдать должное тому, что лента выглядит отлично. Вообще никаких следов использования не видно. Это классно. Так, на нее надо подкрутить головочку. Прервемся. Итак, слушаем, что на кассете Тошиба. Ну, тут качество записи хуже, чем на предыдущих, даже с учетом того, что я подкрутил на слух. Карман, кричите, торчите. А на второй стороне получу запись. Не знаю.
потом буду разбираться. Так, прервемся на секундочку. Продолжаем. Следующая кассетка ТДКшечка. Ну, вы знаете, мои любимые. ТДК, Д-90, стекляшечка. Весьма-весьма неплохо сохранилась лента. Да классная лента. Ну, чуть-чуть, может быть, какие-то следы я вижу. Но выглядит весьма-весьма неплохо. Послушаем. Мы все забили стройку, мы дадим стране лица. Мы поддерживаем речи от начала до... Ну, я думаю, в комментариях моих эта группа не нуждается. Я думаю, это знают все. Же побледнел он прямо как мертвец. Отвезли шортики, запахло экскрементом. Да, да, да. Два альбома полностью записаны. Мастер-копия. Далее идет Сонечка, если не ошибаюсь, из 80-х. Что у нее с лентой? Ну, вот чуть-чуть такое видно замятие на ней. Как-то вот снизу она, да, некрасиво выглядит. Что хотели. И столько лет. А, да, надо подкрутить головочку на нее. Оп. Слушаем. Логики вещей, но это редкий поворот. Ну, качество похуже, чем на предыдущей кассете. Можно пятками жесть выгнуть и в простуженную. Не знаю, ну, так себе. На троечку запись. Я понятия не имею, кто это. Далее. Опаньки. Две Сонечки. Одинаковые EF Super. Так. Что у нас? Идеальная лента. Вот просто идеальная. Красота. И здесь сборник. И на второй сборник, это я вам так могу сказать. И довольно-таки неплохие сборники из 90-х. Прямо охренительное качество записи. Да, эти две кассеты я уже послушал. Походу, они записаны на одном аппарате. Возможно, с одного источника звука. Да. Возможно, как-нибудь я эти кассетки оцифрую. Уж очень прикольные сборнички там. Ну и заключительная. Такая же. И тоже в офигенном сохране лента. Чуть-чуть вот может быть по краям такие полосочки. Чуть-чуть совсем. А так идеально выглядит. Музыка на этих сборниках что-то вроде, ну, в стиле, как Роберт Майлз. Помните, такой был? Ну, по крайней мере, здесь он есть. Это я точно знаю. Электронная музыка. Техно.
Надо было чуть-чуть еще подстроить азимут головки. Ну что ж, такие вот кассетки были. Ничего выдающегося, ничего сверхъестественного. Кассеты из 90-х и из 80-х. До новых встреч. Увидимся еще.